Всем привет, друзья! Пришли на собачью площадку, и как всегда Сой принялся играть со своей любимой игрушкой. Больше ничего не интересует, только покрышка и все. У вас как вообще реагируют собаки на покрышки? Мне кажется, наверное, только питбули, стаффорды этих пород, наверное, только вот так вот они. Для них это как что-то такое, можно сказать, любимое. И это именно с детства у нас такое. Где-то с 2 месяцев вот такая вот реакция. Приходит и начинается. Как многие говорят, что это опасно, но видите, кордов пока нет. Пока это не опасно. Когда уже прокусить корды, тогда уже можно повредить десна. А так, в принципе, вот так побаловаться можно. Повалил, да? Поднял и повалил. Как будто что-то хочет мне сказать собака. Буду спереди тебя снимать, а то бочину мне свою показываешь. Что ты облизываешь его? Мне, да, подсунул. А теперь забрал. Подсунул и забираешь. Как интересно, носом подсовывает, смотрите. Я отхожу, он подсовывает. Интересно, носом. Впервые такое, именно носом. Наверное, за счет того, что лед на улице, и он видит, что колесо котится. А так всегда зубами таскает его. Скажи, легко мне его тащить. И так хочет взять. Ну, как бы только взять. Так, Цой, хватит уже. Пойдем поиграем в какую-то другую игрушку. Цой, а ну отпускай. А ну пошли. Иди сюда, что на меня смотришь? Цой, а ну давай с первого рывка запрыгнешь. Он бывает слушает меня, а бывает не слушает. Вот такая вот собака. Нет 100% послушания. Ну, заигрался. Цой, а ну ко мне. Цой, иди сюда. Давай, внимание твое мне нужно здесь. Ну, посмотрите, какой непослушный. Да, это все, конечно же, всему виной хозяин всегда, когда собака непослушна. Но не получается всегда от избытка времени заниматься. Ну, сейчас попробуем немножко отойти. Цой, иди сюда, ко мне. Вот так вот он показал, что я могу и сам. Цой, а ну иди сюда, ко мне. Цой, давай, сюда. Запрыгиваем. Ты что, протестуешь? Уже несколько раз не выполнил мою команду.
Ой. Сейчас идет собака недалеко. Интересно, как он будет реагировать. Последнее время у него такая реакция бурная на собак. Цой! А ну иди сюда ко мне! Цой! Здесь вокруг полно запахов. Так он такой немножко взбудораженный. Конечно же, даже собака прошла, даже он ноль реакции. Вот так вот на тебя действует колесо. Ни меня не слушает, ни собаки не интересует. Я заметил вот такой вот интересный нюанс. Когда мы зашли на эту площадку, у него сразу же автоматом поднялся хвост, пистолетом. Соответственно, здесь гуляет множество различных собак. Я так понимаю, что они метят территорию, и у него здесь какой-то особый, как бы такой характер проявляется именно на собачьей площадке. Так в основном, конечно же, я его зову, он ко мне бежит с удовольствием. И даже, можно сказать, без корма. Кормом я его только в начале, когда он был совсем маленький, тренировал. А ну идем посмотрим на свою вторую любимую игрушку. Пойдешь ты или нет? Цой! Вот его вторая любимая игрушка. Но она более опасная. Здесь уже как бы она разгрызанная и уже более десна можно повредить. Так, Цой, только недолго. Чуть-чуть его. Так вот, смотрите, без команд, без ничего. Подошел, подергал. Все, хватит, хватит. Плохая игрушка. Пошли. Цой. Пошли, пошли. Интересно, облизывает колесо, погрызет, а потом берет, облизывает его. Что, какие-то девочки, наверное, таскали его, да? Что-то такой именно заинтересованный. Да, сегодня у нас с тобой не получится команду исполнять. Сегодня ты у нас в таком настроении игривом. Цой, а ну еще раз попробуем. Иди сюда. Цой. Все, давай, Цойка, спрыгивай и будем заканчивать видео. Все, друзья, подписываемся на канал, пишем комментарии, кто любит собак, кому интересно пообщаться насчет собак. Давайте. Всем до новых встреч.